Привет, мы стоим на сцене клуба «План Б», где мы будем снимать выступление группы «Plush Fish». Это рок-туса. Как тебе мероприятие и на кого ты пришел? Вообще я пришел посмотреть клип «Plush Fish», в котором сам снимался, и очень интересно. Ну и в принципе халявное мероприятие в «План Б» — это очень всегда приятно. Слэмишься вообще? Да, люблю «Circle Pit» и слэм, но может не люблю. Ребятки, на какую группу пришли? На «Plush Fish». Ну и просто, чтобы повеселиться от души, послушать хорошую музыку, да, ну, поможет и послэмится, все такое. Но это уже третье. Первое дело, тут очень хорошее настроение, позитивная атмосфера. Пусть девушки скажут слово. На «Plush Fish». Ладно, спасибо большое. Я стесняюсь. Привет! На какую группу пришел? «Plush Fish», «My Mind Domination» и «Где за мечтой». Вот это три. А, блядь! Да. Вот. Пришел на них, короче, оторваться вообще со сцены, там полетать. Упасть в пол, не знаю, там. Угореть вообще. Друзей, знакомых много здесь. Новые знакомства. Всегда круто. Панк-концерт — это всегда вообще круто. Ходите на панк-концерты вообще, люди. Я понял, у тебя самый жесткий слэм был. Ты руки, ноги не ломал, нет? Нет, но мне залетели пару раз, можно. Так, ничего, нормально. В порядке вещей все. Это нормально. Привет, ребята, какую группу пришли? Да вообще клево, все, дела нормально вообще. Мы вот с другом, он басист в группе «Plush Fish». Группа нравится, музыка вообще просто супер. Вообще все понравилось. Привет! На какую группу ты пришел? Ну, в данной ситуации я пришел на группу «Без Б». О, но они, кажется, не приехали, потому что их не барабанщик напился. О, и уехал куда-то в дальние края, и они решили отменить свой гастрольный тур. В принципе, все солидно, пиво не особо дорого так получается по ценам. О, и атмосфера очень привлекательная. Панк-рок — это всегда в душе. Любишь большие сиськи? О, да, конечно, большие сиськи. Третий, четвертый размер — это все окей. О, ну и на второй тоже согласен. А пятерочка как? О, не, пятерочка, понимаешь, чувак, я не держал в руках. О, я не знаю, что это. Покажешь где-нибудь, мы их увидим с тобой вместе. Туда я скажу, это заебись будет. Мы учимся. Нас тут снимают, а ты на сиськи не покажешь.